Привет! Эт Реборн! У Зверобокса вышел новый видос, называется «Неправильный киберпанк». И, друзья, я сейчас на стримах прохожу как раз-таки киберпанк. Так что приходите на стримы, они проходят в понедельник и в четверг, 20:30 по московскому времени. Всех вас жду. Ну а теперь давайте посмотрим ролик, надеюсь, будет ржачно. Погнали! Вот честно, там такая обстановка была. Я уж решил, что мы живыми не выберемся. А чё, как по мне, это хорошее начало. Начало чего? Того. Огромная куча дерьма. Не знаю, мне пока нравится, по крайней мере, на ПК-версии все вроде хорошо. Привет, как дела? Вот у меня, например, довольно-таки плохо. Ведь всего лишь за какие-то 10 минут игры у меня накопилось столько материала, что им можно просто брать и обмазываться. Ну, а пока... Не знаю, я играю уже типа полтора стрима, и прям вообще ни одного бага не было. Видимо, я... Либо я слепой, да. Пока все ищут на картинках деб или тучу модов на киберпанк, хочу признаться, что я ждал эту игру и после ее официального выхода, как ни странно, качать не хотел. И знаете чё? Я не удержался. Поэтому предлагаю опустить свою прекрасную жепу в салоне рядом со мной в этом прекрасном автомобиле. И, кстати, транспорт в этой игре отдельная тема. Да, вот я вот ездил вот с таким видом, с видом типа из... от руля, короче, да? И как будто я никогда в жизни вообще за руль не садился, это жестко как неудобно. И устраивайся поудобнее. Поехали! Поехали. Спокойно, Ви, меня пропустят. Ты прямо уверен? Ну да, я снова буду очень вежлив. Нет, до этого я места еще не дошел, как, значит, ты больше, чем 10 минут играл. А че он как будто на тормоз жмет? Безусловно, ехать вперед, нажимая только тормоз, это особый вид искусства. Однако поездка спокойно не закончилась. Ладно, увидимся. Передай привет. Что, блядь? Да, пробивать крышу головой насквозь — это сильно. Марио отдыхает. А, это было в самом начале, да. У меня к тебе хорошее предложение, папаша. Так. Че? Вылезай. Слушай, ты че? Ну вылезай, сука, я ж тебя в покое не оставлю. Мне пора. Че за видос? Ну, с богом. Вот откуда он знал, что там будет мусорный бак? А он что, типа сам спрыгнул? А я не помню, он прыгал так или нет. Ладно, теперь пофигу. Давайте представим, что было бы в реальности. Скорее всего, так бы и было. Опа. Зубенко Михаил Петрович. Простите, я везде ищу мемы. Я каменщик, работаю 3 дня. Без зарплаты. Ну не надо, не стукай! Тем не менее, самым опасным здесь являются не преступники, не психопаты, не... Знаете чё? Машины. Чё? Ладно, это ерунда. Вот то, что произошло дальше, меня просто добило и, похоже, в прямом смысле. Ви! Опа! Блин! Ладно, до скорого. Типа, ну и хрен с тобой. А, это нормально. Ты идешь с напарником на задание, с которого ты можешь не вернуться, и тебя сбивает автомобиль, и напарник такой. Ладно, до скорого. Ублюдок, мать, а ну иди сюда. А вот что произошло дальше, это... Совсем другая история. Мы ее ждем. Че это было? Да, мне не показалось. Меня примагнитило к лестнице. Я охерел просто. Походу, ты реально играл не на компе, а на приставке какой-нибудь, да? Просто у меня вообще ничего не было, ни одного бага. Прям аж скучно как-то. Я хотел, наоборот, баги посмотреть, блядь, поржать с них на стриме. Но все идет даже очень нормально, хотя комп не самый, типа, сильный, да? У меня, кстати, он тоже так врезался. Вот говорю, дурак, блин, ездить что ли не умеешь? Что ты делаешь? Что, сука? Что ты сделал? Ты уходишь
уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Четко. Ну, на этом у меня все. Мне было бы приятно получить от тебя двоечку в виде лайка и комментария, конечно. Лайк есть, ну, комментарий. А если ты попозже еще поделишься с кем-нибудь этим роликом, то это пойдет забавный на пользу. Забавный видос. Мне. Здесь это новый контент, поэтому если я увижу, что он зашел, то продолжу в том же духе. Ну? Продолжай, это было забавно. Ну, а пупчики никто не отменял. Всех с наступающим. Ну и как обычно. Нормально. За ваше здоровье. И за мое очко. Что могу сказать, друзья? Забавный ролик. Сейчас как раз таки я, как уже сказал, прохожу Киберпанк на стримах. Еще раз, приходите. И у меня вот вообще ни одного бага не было. Я не знаю, как это работает. Выборочно, что ли, как-то? Вот тебя будет, у тебя будут баги, у тебя не будут баги. Ты хороший, без багов посидишь. Ты тоже хороший, но ты записываешь ролики по Киберпанку, будет у тебя баги. Так что пусть люди ржут. Я не знаю, как это, блин, работает. Но, видимо, мне повезло. Ролик получился классный, только очень короткий. Если честно, я бы хотел именно игровые ролики чуть-чуть подлиннее. Ну, минуты на 3. Ну, примерно в 2 раза больше можно, да? Это зашибись было бы. А так, ритпы коротенькие, это ок. Игровые ролики коротенькие, это не ок. Ждем в следующий раз видос чуть подлиннее. Но если вам понравилась моя реакция, ставьте под ней лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.